Здорово всем, ребята! Вы на канале Рыбалка и многое другое. Так что в том году на моем канале выходил обзор про карту Днепра для эхолотов, ну, многих Раймарин, Лоуренсы, там Гамминги, короче, эти карты подходят и на многие другие. Пришло время, как вы видите, снег тает уже. Через 2 дня март начинается, подготовка к весне. У меня осталось где-то месяца 4 по лицензии, чтобы обновить вот эту карту. Вот она, эта карта. Потому что сейчас снег сойдет, и по-любому, ну, точные обновления они выйдут, потому что карта будет немножко, может, по-другому построена. Но я думаю, сильно ничего не изменится. Вот она, эта карта. Ну что, народ, пойдем покажу, как я ее обновляю. Погнали. Так что, ребята, беру флешку. Вот, Navi Onyx. Вставляю в процессор. И дело пошло. Ребята, ну вот я и вставил флешку Navi Onyx. Только что в процессор сразу высвечивается вот такое вот окно. Navi Onyx. Где, впрочем-то, все движения будут происходить. У меня уже автоматически вошло под моим логином и паролем в саму эту программу для обновления. Вот показывается дата, когда истекает у меня подписка на обновление. Это 18 мая. Мне нужно будет числа 16 сделать повторное обновление как раз перед выездом на Днепр. А вот показывает часть карты, все Черное море и все, что до Черного моря впадает, из него выпадает все реки. Вот карты, которые нам придется обновить. Так, значит, что я выбираю? Я сейчас вам покажу изначально, как все дело происходит. Сложного здесь ничего нету. Конечно, все только что остается, это приобрести карту Navi Onyx, ну или любую другую какую-то карту. Я вышел и просто заново вам покажу, как я все это делаю. Ввожу свой email. Пароль. Все, и вперед. Если я все правильно сделал, сейчас у нас высветится. Ага, все высветилось. Вот такое вот окно, где мы должны выбрать свой эхолот, то есть марку эхолота, для которого мы будем обновлять карты. В моем случае это Раймарин. А на самом деле, гляньте, сколько много. Эхолотов куча, короче. Я выбираю Раймарин. Так, у меня класс Раймарина — это элемент. Вот он. Девятидюймовый, 9 HV. Вот, все. И нажимаю продолжить. Все. Я могу их скачать, а могу их сразу просто автоматически, ну, обновить на флешке. Ставлю галочки все, там Sonar Chat, Community Edits, там Nautical Charts тоже стоит. Хотя Sonar Chart 0 мегабайт показывает. Обновление у меня всего лишь вошло в 170 мегабит, поэтому я нажимаю старт. Все, вот пошло обновление. Еще раз повторюсь, у кого быстрый интернет и жесткий диск хороший, то все это дело быстро произойдет. Все, можно перейти на домашнюю страницу, а можно добавить еще. Ну, вот в моем случае, ну, добавлять здесь уже ничего не нужно.
потому что я уже все, что можно было, добавил. Все, карта обновилась. Теперь нужно успеть и не забыть обновиться еще раз в мае. Так что, ребята, все просто и легко. Даже если закончится подписка, то все равно раза, даже по разу в месяц выезжать на то место, где ты рыбачишь, ты можешь самостоятельно их отрисовывать. И то есть туда не нужно будет даже покупать подписку. Поэтому прикол и возможности карты, вы, если видео смотрели, вы понимаете и знаете. Ну а на этом, ребята, и все. Как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал и смотри следующее видео.